Чебоксары принимают чемпионат России по настольному теннису глухих. Сегодня финал командных соревнований. В Чувашию приехали сурдолимпийцы из 12 регионов. В числе главных претендентов на победу и попадание на чемпионат Европы в Болгарию и спортсмены из Чувашии. Предварительные встречи по круговой системе позади. Сегодня на кону места по командным разрядам. Борьба за звание лучшей команды России. Общее количество участников на чемпионате России – 52. Основные фавориты на чемпионат России – это сборные Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашской республики, Кемеровской области. Основное женское противостояние Москвы и Чувашии. Сборная нашего региона буквально 2 недели назад этим же составом выиграла первенство России. Теперь трио мастеров малой ракетки борются за медали чемпионата страны. Сражаться пришлось за каждое очко. Результаты одного засчитывают команде в целом. Уверенно свою партию отыграла Ксения Анишева. Она уже получила приглашение в состав национальной команды страны для участия в первенстве Европы. Воспитанница Чебоксарской спортивно-адаптивной школы не намерена уступать ни в командных, ни в личных зачетах. Чтобы попасть в Россию, уже третий раз. В прошлом году, в 2014 году, была в Германии лично третье место, а потом через 5 лет спустя ярость снова выигрывать и попасть в Болгарию. В итоге золото командных состязаний у хозяек турнира Ксении Анишевой, Валерии Гайфудиновой и Екатерины Петровой. Со счетом 3-2 они обыграли спортсменок из Москвы. Технических ошибок у нас больше, но я опять же повторюсь, потому что команда более молодая. А у команды Чуваши они тоже не возрастные, но они более опытные. Они играют уже не первый год в основном составе. И достигли хорошего результата. Я их поздравляю с первого места. Мы заняли в команде первое место. Дальше сегодня уже после обеда начинается одиночный разряд. И там будет уже борьба за место в сборной на попадание на первенство чемпионат Европы. До 4 марта в Чебоксарах мастера малой ракетки разыграют медали чемпионата страны еще в парном и смешанном парном зачетах. По итогам личных соревнований 4 сильнейших спортсмена у мужчин и женщин попадут в сборную России, которая будет выступать в Болгарии на чемпионате Европы. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика.